Короче, сейчас будет, блять, ход бридж нахуй. Блять, не на ту кнопку. А потом, когда я нажал на ту, было уже поздно. СГО комьюнити заблокировано всегда. Давно пора. Нет, не дайте врагу захватить хорош. Хорош. А где была последняя? Наверху, на кухне. А, наверху сидела. Классно, по пяткам. Кто это был вообще? Это был Ахиллес. Поняли, да, по пяткам Ахиллес? Поняли, И прежде чем мы продолжим, моя любимая рубрика «Сообщение от спонсора сегодняшнего видоса». Вот и наступила осень, а с ней и учебная пора. Самое время закупаться мощными компьютерами и достойными их игровыми девайсами. Ну, по учебе же надо, верно? Куда же мне отнести свои деньги в обмен на мышки и клавиатуры, Костян, спросите вы? В магазин iCover отвечу я, где и цены не кусаются, и специальный скидончик от меня по промокоду из описания получить можно. Нынешняя осень – сезон крупных мультиплеерных блокбастеров, и если ты хочешь быть самой мясистой киберкотлеткой, тебе жизненно необходимы мышки с тысячами DPI, программируемые клавиатуры, гарнитуры с объемным звуком и, конечно же, коврики с LED-подсветкой. Все это и не только есть в iCover. Изучай ассортимент геймерских устройств в специальном удобном разделе и затаривайся как следует. Айфоны, айпады и даже умные весы, которые покажут, какой же ты жирный, здесь есть все, что втыкается в розетку и может пригодиться в повседневной жизни. Короче, тыкай по ссылке в описании, хватай промокод со скидкой 10% на все, кроме товаров Razer и Logitech, и затаривайся игровыми девайсами на всю жизнь вперед. Ну, собственно, они двое возле дверки. 15 секунд. Вы можете, типа, спрыгнуть. А, бля, я привык что-то к длинным раундам. Лол. Вижен где-то справа от двери был. Он в двери, он в дверь был! Ну, блядь! Хорошо. Было напряженно. Лёня затащил, нихуя себе. Ну, как затащил? Скорее, да, на рандоме вытащил. Я палил, как бог. Ну, да, я со всей силы пытался. Давил на кнопку, блядь, аж продавил. Ты со всей силы пытался палец не отпустить. Да, блядь. Кость. А, Кость. А ты... Бля! Блять, мы в Чехии также разговариваем. С местными причем. На ресепшене в отеле. На ресепшене в отеле я именно так, кстати. Excuse me, sir. Блять. Все уже, ребят, на лестнице возле точки. С камина лестница. И весь потолок проломали. Костя, тебе надо их обходить. Ты лучше за бомбу спрячься, за бомбу спрячься. Блять. Я же видел его, блин. И... Да, блять, серьезно. Серега, свинного бегут. Бля! На лестнице еще. Слева. Последний слева, слышал? Звук слева! Красавец! Красавец! Хороший спортсмен. Это на улицу ведет. Или нет? Ты уверен? Потому что нет, я соответственно. Давай, я первый. А не справа. Кого-то убил даже. Блять, справа сразу. И сзади. И сзади? И сзади. Нас поимели. И сзади? Да. И сзади? И сзади? И сзади Ракамакафо. Ой, блядь! Ты чё, блядь? Я вниз на какой-то хуй спрыгнул.
Вниз на какой-то буст прыгнул. Пацаны, всем килл. Захватите его. Со стороны... Не может быть. Сейчас я выебу, блядь. Он Лёня к нему идет прям. Е. Это хорошо, что ты сказал. Потому что я понятия не имел, где северная страна, где другая какая-то. Заяц, скорее всего, тоже. Смешно. О, блядь! Собака. Блядь, откуда? Бля. Давай, Лёнь, трахни их всех. Лёнь, заползай вот в эту дырку. Быстрее, Лёнь, в дырку заползай, быстрее, Лёнь, время жди. И взрывай, взрывай, хуя. Ты еще знаешь, ртом должен был насадиться на вот этот штырек, блядь. Суицид по-физовски. Блядь, сука. Повалил его, добил, красавец. Лёня, блядь! Ёбаный нахуй! Ты звучал так, будто ртом все-таки насадился на, блядь, класть. Лёнь, возьми хоть кого-нибудь, плиз. Ты, Лёня, ты знаешь, что она делает? Да, поднимается, кто упал. Не, ты чё, Лёня, тот еще хиллер. Не, я эту штуку играл. Он всех еще поднимет. Эту штуку я играл, наверное. Штука, смотри, у тебя все женщины, а вот эта штука. Она не вещь, мразь. Нет, ни в коем случае. Я это не имел в виду. Кроме разве что, кроме черной вот этой новой. Я не уверен. Ах ты, блядь, цисгендерный спермобак, блядь. Хуи, мразь тошная. В мою машинку метит пидоры. Таких слов еще много, да? У меня хватит на пару дней. Неплохо. Ебать! Алло, блядь! Алло. Это прачечная. Я твой Серега. У вас есть пиво? С мылом. Творожило. А как кто-то по мне пострелял? Это я. Это твист. Он на точке, да? Да, там имейте в виду, между точкой и дальней комнатой сломано. А, там в дальней комнате кости уже, все нормально. Он где-то слева от тебя был. Он за маленькой тумбочкой. Про сорян. Сука ебаная, блядь. Сука. Блять, у меня. Я, сука, там на олимпийский рекорд, блядь, шел. Пидор, блять, вонючий. А я думал, это опять хитбокс где-то хрен. Мне тоже хитбокс, блядь. Денис мне на голову хитбокс ебаный, блять, надел. Я ничего не видел, кричал, мама, я не хочу хитбокс, блядь. Я не знаю, просто спрашиваю, вдруг кто-то пробовал. Кто это брил, блядь, сука? Это, блядь, сука. Ах ты, пиздюк, блядь. Я раскрыл это преступление. Кто-то ломает. Я её добил, Лёня. Хорош. Я не понял вообще. А меня кто убил? Я Богдач убил. Убил. Ах ты, пиздюк вонючий, блядь. Лёлин, походу, увидел, блин, бутылку пива. Дыхание участилось. Искра бури безумия. Не-не, это другой чувак, там еще есть чувак. Блядь, я думал, у меня грены. Ты за IQ играешь. Я... А, у неё ж отобрали, блядь, грены, сука. Да-да. Ну, вы видели, я достал, я думал, сейчас я брошу этот бриджит ему в ебало. Лосьон, как обычно, блядь, символизирует вообще все, что надо. Он смотрит на вовранцы, как на это, на говно. Было прикольно, если бы он мог поворачивать голову в сторону человека, на которого надо так смотреть. Вот это пробить надо, парни. У кого-нибудь импакт. Я разъебу нахуй все.
анимированные пиздец, аватарки выходите. Вот эти, и будет все хорошо. Блин. И знаешь, что еще? Кость. Что еще разъебать? Могу вот тебе ебало сломать, хочешь? А, блядь. Сереге сломал. Бля, ну Серега опасный. Да, Жешка жива. Все, убил. Ставлю. Костян хорош, Костян хорош. Изи.